Сейчас я тебе перезвоню, сейчас мы вот отправим в кустики. Давай. Это мы ежика поймали. Точнее, он сам поймался. Отойдите немножко. Отойдите. Мама только что бежал. Вот такой вот ежик. Без головы, без нозик. Вот он какой. Чему хороший. Такая, такие все напали на бедного ежика. Я тебе подсвечу. В нашей семье лучше через кофту другим, другим животным не появляться. Надо трогать. Не трогайте его. Зачем трогаете? Не трогайте его, не трогайте. У него знаете сколько в шее? Да, и блок. Клещей, да. Давайте уйдемте. И вот он. А чем его перевернули? Переверните его обратно. Он сейчас упадет. Вот, все. Вот первый у нас такой. Ёжик очень хороший. Он со змеем спасает все лето. А вы упихаете ногами. Там кто-то на нем сидит. Знаете, сколько ну на вот клещи? Клещи как раз и сидят. Это не клещи, это огромный какой-то. Никак. Он хороший, да? Хороший. И укаляет. В общем, такой у нас дети первый раз увидели ежика. Нет, мам, не первый раз. Но потом Алина меня позвала. Ну ты не первая. Вот тут Карина, например, первый, да? Арчик первый. Вот он, вот он Арчик бегает. Как Арчику неприятен ежик. Как Арчику хочется его покусать. Да, вот, маленький такой ёжик. Да, это Мерзи, она тоже хочет ёжика потрогать. Вот такой ёжик. Сидит и не бежит никуда. А вы отойдите, чтобы он побежал. Отойдите все. Все, мы ждем, пока ёжик побежит. Вокруг встали. Да. Вот такая куча бедного ёжика. Естественно. Вместе с Арчиком. Все стоят, ждут. Не трогайте, не подходите, пусть. Арчик просто его уже тронул один раз. Стасик! Ужас! Стасик, ты что так орешь, блин? Вам сейчас соседи будут ругаться, но... Все, пойдем, все, хватит, не трогайте его. Все, ежика сейчас отправим в кустики. Не пинайте его, все.